Друзья, всем привет! Приветствую вас с выставки города Кропоткин, ярмарка. Сегодня пойдем посмотрим в третьей части курочек, собачек, гусей, уточек, кошечек. Первая часть была про канарей, вторая про попугайчиков. Кому интересно, пожалуйста, в описании можете найти и посмотреть. А рыжие это не добрые. Почем такие котята? Рыжие не считают, что в добрые руки, да? За 50 берите. Выбирай. Подожди, они же каждый будут покупать. А, каждый? Берите. Да. Все, кошечек приобрели. Какого пошли в самые добрые руки, как говорится. Деньги давай. Маловатые, нормальные. Как и маленькие. А здесь у нас веслоухие котята, британцы, но там что-то собачки такие маленькие. В какую цену ваши собачки? Почем ваши собачки, нет? Отворачивается. Почем такие собачки? Почем такие собачки? Китайские хохлаты. Почем они? 7, прошу, девочка и мальчик. 7, девочка и мальчик. Почем, прости? 7. А тут у нас спят. Не видно. Пасмурно, плохо видно. А ваши почем? Это Джек Рассел. Джек Рассел. Какую цену? 2 девочки и мальчик. Мальчик 2? 13, прошу. А ходи, можно номер телефона сказать, может, кто позвонит? Можно, конечно, дать. Скажите, пожалуйста. 8-938-503-17-02. Елена. Все, спасибо вас. С наступающим. Пойдем дальше смотреть. Вот такие. Кто будет не слушаться, вот такие зубы. Можно даже погладить. Нужно гладить. Хороший, хороший. С наступающим, пес. Какую цену такая собачка? 5. А кролики почем у вас? Это карликовые, да? Декоративные кролики? Декоративные, да. И почем они? По 500 рублей. 500 рублей? Да. К Новому году как раз. Вот такие курочки 900 рублей. Фаверольки. Друзья, кролики. Хозяин отошел. Хорошие красавцы. Ушастики. Декоративные петушки. Цена 300 рублей, пожалуйста. Хозяин отошел, но видите, ценник оставил. Вот такая красота. А почем такие куры у вас? Почем? Ты сказал 5, а потом 5. По 2 бойцовские. Друзья, индоуточки белые, разные. Хозяина нету. Так все в наличии имеется. А почем такие куры? Петухи в какую цену? По 1000. Так, это что, индюк? Индюки в какую цену? 2000. Индюшки. В какую цену внутри? 2000. Серебро. Там он белые есть, черные. Пожалуйста. Куры, петухи. Снова куры. Курица с петухом. Хозяина нету. Идем дальше. Вот собачка. О судьбе собачьей скучает. Ну такая вот она, судьба собачья. А почем ваши кролики? 1500. 1500. Красивые.
Это мальчик, да, полторы? Да, пацаны все. А, все пацаны. Ну, крупные его... полторы, типа 800. Да, эти... Все ясно. Спасибо. Вот у нас тут нутрии, пожалуйста, в ассортименте. Шкура все равно только не ценится. Что за цвет? Крупный, ну что, вот таскать будет. Ребят, почем ваши куры такие черные? По тысяче, по-моему. По тысяче. По тысяче. А? Да, тоже хороший. А у вас птица почем? По-разному. По-разному? По-разному. Друзья, птица разные цены, разные. От 500 и вперед. От 500 и вперед. Все, спасибо. Друзья, вот такие вот индоутки. Вот такие, 1500 цена. Пожалуйста, кому надо, приезжайте. Шикарный ассортимент кроликов. Смотрите, как все четко сделано. А почем ваши кролики, вот примерно цены, можно узнать? Какие? По 3 рубля. По деньгам. По деньгам. Хороший ответ. Почем ваши такие кролятки? Почем такие? Такие по 1000. Вообще 500 рублей в месяц. 500 рублей в месяц. Регулярно вас смотрим. Красавцы. Друзья, вот белочки. В какую цену белки? 5. Белки по 5. Кролики почем? А это морские свинки, да? Да. В какую цену? Морская свинка кое. Почем она? 3. 3000. И декоративный кролик. Все, спасибо. Так, а тут у нас... Кто это у нас? Скажите, кто это у вас? Коричневый ушастый самец. Коричневый ушастый. Это фазан, да? Да. В какую цену? 15 тысяч. 15 тысяч голова, да? Да. Так, а там кто? Это алмазная самка. Алмазная самка. Сколько стоит? Самка почем алмазная? Отдельно нету, пара 5 тысяч. Пара 5 вот тысяч. Вот самец висит посередине. Это они порованные, да, уже? Ну, они, да, сажающие пара. Вверху трапан, тиминка. Это тиминка? Тиминка, да. Какую цену? Этот самец 10 тысяч. Самец 10 тысяч, да? Вверху калифорнийский перепел. Калифорнийский самец. Перепел. А у вас можно, допустим, обменяться там или какие-то другие условия есть? Ну, если есть интересные предложения, почему бы нет. А так мы производим, у меня есть группа в WhatsApp. Ага. И разыгрываем лотерею. WhatsApp-группа и лотерею можно выиграть, да? Да, любые там, ну, разные виды фазанов в розыгрыше постоянно. Ух ты, интересно. А давайте номер скажем, кто захочет в группу добавиться. Ну, 8-928. 8-928. 326. 326. 34. 34. 56. 56. Вот, друзья, номер WhatsApp, записывайтесь, там группа есть. Можно будет выиграть. И недоступная птица станет доступной. Все, всех с наступающим, идем дальше. Спасибо вам. А почем ваши такие курочки? 500, это петухи. А, петухи 500 рублей. Вот, друзья, где-то можно купить, где-то можно выиграть. Вот горлицы. Горлицы в какую цену? По 400. 400 рублей. И карелы. А, все, идем дальше. А вот уточка. А такой петушок сколько стоит? 500. А уточка? Тоже 500. Тоже 500. Все, спасибо. Друзья, всех с наступающим, всего хорошего.